С самого утра в главном штабе партии «Самопомощь» многолюдно. Здесь проходит стратегическая сессия Киевского района. Одесситы, депутаты, представители департаментов горсовета. Все они собрались для того, чтобы определить основные проблемы города и совместно найти пути их решения. Сегодня мы пригласили жителей именно Киевского района для того, чтобы в таком, знаете, узком кругу определить основные болевые точки района, что волнует людей, чем они сегодня живут, объединить неравнодушных одесситов, которые согласны решать, сообща, проблемы города, и все вместе строить наш город комфортным, процветающим, красивым. По словам Анны Поздняковой, на встречах с людьми очень часто сталкиваешься с тем, что их инициативы заходят в тупик из-за бюрократических проволочек, а ведь зачастую они имеют право на реализацию. «Самопомощь» всегда оказывала и оказывает всю необходимую помощь и поддержку в развитии социальных проектов и проектов, направленных на улучшение жизни одесситов. Вот и сейчас, чтобы было проще, сессию поделили по направлениям – здравоохранение, ЖКХ, образование. В каждом из этих блоков поднимаются наболевшие вопросы и совместными усилиями пытаются найти пути их решения. Ну, ни депутаты, ни партия не могут работать, знаете, в отрыве от граждан. Поэтому только сообща с гражданами можно выработать вообще, в принципе, концепцию, которая будет работать эффективно и во благо. Мы и депутаты фракции «Самопомощи», и партия поддерживали и поддерживают любые общественные начинания, которые направлены на социальные аспекты, на улучшение жизни. Поэтому, собственно говоря, будем работать сообща. В «Самопомощи» уверены, пока одесситы сами не начнут строить свой город, он никогда не станет именно таким, как хотели бы его видеть горожане. Но совместными усилиями возможно изменить многое. Начать порой можно с малого – посадить дерево или установить детскую площадку. Поэтому в ходе встречи одесситам рассказали, как можно принять участие в программе «Общественный бюджет», в рамках которой можно получить деньги на реализацию собственных программ. План на будущее, то есть создание непосредственно самой стратегии развития районов. Начинаем реализовать эти какие-то проекты именно в... Ну, не просто мы там пришли, выкопали дерево, посадили. А это уже должно быть как-то комплексно. То есть не просто мы там что-то делаем, это должно быть непосредственно стратегия, то есть для чего. То есть не просто мы пришли, а для чего мы это ведем и к чему это дальше приведет. По словам Анны Поздняковой, подобные стратегические сессии будут проводиться с жителями всех районов города. Таким образом, будет выработан общий план развития и станут понятны самые болевые точки, на которые необходимо обратить внимание уже сегодня. А депутаты фракции «Самопомощь» будут и дальше поддерживать инициативы одесситов.